Овны. Февраль 2021 года. Что сулит Овнам февраль 2021 года? Какой посыл от Вселенной уготован для Овнов? Сейчас я вам донесу, через меня идет посыл, и для вас, Овны, я вам сделаю этот посыл. Значит, в этом месяце, в феврале, простуда, берегите свое здоровье. Вот такой посыл. Стоит обратить внимание на свое здоровье. Не стоит пренебрегать сигналам вашего организма, вашего тела. Болезнь – это не только болеет тело, это сигнал от Вселенной. Может, эта Вселенная хочет вас остановить таким образом, чтобы вы не совершили больше бед для себя, не сделали опрометчивых поступков. Вот, например, вы заболели, а у вас назначена какая-то встреча, какие-то деловые переговоры или подписание какого-то договора, какое-то вложение денег или какая-то большая покупка, а вы заболели, не можете идти. Может, вам Вселенная дает знаки, не ходите туда, бо это вам не принесет радости, не принесет счастья, либо вы очень много потеряете от этой сделки. Либо вы заболели, и вам надо ехать куда-то на машине. Вы не выехали, остались дома. Тем самым Вселенная вас уберегла от аварии. Вот такой посыл дает Вселенная через меня именно Овнам. Вам стоит очень серьезно отнестись к этим знакам, не пренебрегать им. И если вас болезнь оставляет дома, сидите дома. Именно февраль месяц для вас – это очень сложный месяц в этом плане. Поэтому Вселенная как бы хочет вас вообще уберечь от чего-то. Может, вы что-то, чего-то очень долго хотели, но оно вам не надо, понимаете? Потому что очень много случаев таких, как люди, например, хотели очень долго машину. Хотели, копили, купили. Сели, через 2 дня разбили машину и сами пострадали в этой машине. То есть я вам как бы разъясняю, что может произойти из-за этого. Поэтому вот такой посыл идет Овнам от Вселенной. Удачи вам, Овны, и будьте внимательны к знакам Вселенной. Всего хорошего!